В этой картине автор применила все те тонкости, хитрости, секреты, которым профессиональный художник научил ее, как правильно писать море, вот эти водные массы, чтобы была прозрачная волна, и вот родилась такая чудесная картина. Экспозицию «Навстречу ветру» готовили около года, но из-за пандемии коронавируса пришлось ее показать в виртуальном формате. На сайте и в соцсетях агентства социокультурных технологий представлено 34 работы. Автор картин – художник-любитель Дарья Борисова, по профессии стоматолог. Рисованием увлекается с детства, с возрастом любовь к творчеству только окрепла. Ее работы отличаются яркими красками. Особенность цветовосприятия художницы. Художница очень смело, вот она чувствует цвет, она очень смело как бы пользуется вот этим своим особенным своим цветоощущением, цветовосприятием. То есть она не старается как-то приблизиться, скажем так, к натуре, а она выражает свое ощущение, свое видение. Чаще всего на полотнах художницы встречается морская стихия. Но есть картины и на другую тематику. Например, работа «Страсть». В ней Дарья Борисова отобразила маки как символ страсти. Они красиво расцветают, но если за ними не ухаживать, быстро вянут. Представленные картины написаны маслом и акварелью. Все работы художницы можно увидеть на сайте и в соцсетях агентства социокультурных технологий. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.